Привет, с вами Алексей, и вы на канале Бренды CTV, где знают все о домофонах и домашней безопасности. Друзья, CTV снова приготовили для вас сюрприз. Мы тотально обновили линейку начального уровня, наделив ее функционалом, которым раньше могли похвастаться топовые домофоны. При этом сохранили тоже ценовой диапазон. Мы насчитали как минимум 10 новых фишек. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что у конкурентов нет ничего подобного. Погнали! Во-первых, экран. Разрешение возросло почти в два раза, до 1024 на 600. У большинства домофонов этого класса на рынке оно до сих пор 800 на 480. А большее разрешение дает высокую детализацию и контрастность, с отличной цветопередачей и хорошим запасом яркости. Во-вторых, полноценное графическое и экранное меню, интуитивно понятное и удобное для настройки и использования монитора. Теперь пройдемся по функционалу, тут у нас и правда тотальный апгрейд. Фишка номер 3. В домофонах этого класса теперь есть детекция движения, да еще и с поканальной настройкой и ручным выбором зоны детекции. Это уже настоящая видеоаналитика, как в полноценном видеорегистраторе. Идем дальше. При обнаружении движения в поле зрения камеры или вызовной панели, домофон автоматически сохраняет фото или видео во внутреннюю память устройства, либо на карту памяти объемом до 32 гигабайт. Подобного раньше не было в мониторах этого сегмента. Пятый пункт. Подключение до двух вызовных панелей. Одну вы можете повесить в лифтовом холле или возле калитки, а вторую прямо перед входной дверью. Более того, теперь к домофону можно дополнительно подключить две камеры видеонаблюдения, что значительно расширяет возможности системы. С них также будет вестись видеозапись при обнаружении движения. Седьмая фишка. Мониторы отлично интегрируются с координатными цифровыми многоквартирными домофонными системами. А все потому, что вооружены специальным выходом хук для модуля спряжения. Появилась и такая полезная функция, как автоинформатор открытия двери. Благодаря ней посетитель будет знать, что дверь открыта, и он может войти в ваш дом. Дверь открыта. Пожалуйста, входите. Кроме того, в домофонах теперь можно выбрать мелодию вызова индивидуально для каждой вызовной панели. В библиотеке более 10 мелодий. Стильные корпуса домофонов всегда заслуживали похвалы наших клиентов. Приятный на ощупь софт-тач U1702. Три сменные панели на выбор U1704SE. Особенно хочется отметить обновленный корпус монитора 1703, который получил от старших моделей обновленную сенсорную панель Easy Buttons. С ней справится даже ребенок. И самое главное, домофоны стали функционально богатыми, но при этом остались бюджетными по цене. Это реально радует. Таким образом, любой из новых видеодомофонов CTV уже можно назвать домашней системой видеонаблюдения с возможностями настоящего видеорегистратора. Кстати, такой домофон может стать отличным подарком на новоселье, при этом не сильно ударит по вашему карману. А мы решили подарить вам CTV M1702. Условия простые. Подпишитесь на нашу группу ВКонтакте и репостните запись с видео у себя на стене. Ссылка на пост, а также подробные условия в описании ниже. С вами был Алексей. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал и ждите новых выпусков. Пока!